В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие двух братских стран приступили к совместным учениям. Основной целью учений является совершенствование взаимодействия подразделений армии двух стран в ходе проведения боевых операций, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями. На учениях также будут выполнены задачи по ведению подводной атаки и обороны. Совместные учения продлятся до 12 сентября.